еще наше продвижение по ремонту кухни. И заодно уже и прихожку начали делать. Вот, кстати, мы пока еще плиту не отсоединяли. Мы на ней так и готовим. Потому что на электрической плитке, я не знаю, что-то с ней такое. Мы ее включили, купили двухкомфорочную, мы ее включили. От нее все обгорает, идет дым. В общем, мы пока не готовы на ней что-то творить. Ну вот, у нас здесь будут теплые полы на кухне. Все уже начинают уже обдирать. Мальчишки делают. Двери пока закрыли. Вот пленочкой. Темно. Так, пленочкой закрыли. Здесь мы тоже сделаем теплые полы в прихожке. Потому что мы когда прожили здесь год, наверное, мы поняли, что влага постоянная здесь идет за счет того, что, я не знаю, как правильно объяснить. В общем, пол был ледяной, воздух же у нас теплый, отопление, да, и вот зимой и образовалась плесень на стенах, на шкафу, вот тут наш шкаф встроенный стоял. Постоянно это все обрабатывали. В общем, надоело. И вот мы решили попробовать, если мы сделаем теплый пол здесь, избавимся мы от нее, не избавимся. В общем, сейчас мы тут все обработали уже. Там будет все здесь под шпаклевку. И дальше будем двигаться по ремонту. В общем, вот так. Очень сложно, конечно, делать ремонт и жить одновременно в доме, да еще с детьми. Потому что детям же не объяснишь, что... Вы поешьте, пожалуйста, хлебушек с чайком, да? Взрослые-то ведь можно было перебиться. Детей нужно кормить. Ну, вот так.